Давайте посмотрим, как PlayStation 5 выглядит на обычном CRT-телевизоре Sony, а также Sony PVM, профессиональном видеомониторе. Ну и как видите, друзья, я запустил на Sony Trinitron PlayStation 5, потому что это все достаточно просто. Ну что ж, давайте посмотрим, как выглядит Demon's Souls на обычном Sony телевизоре, у которого нет ни HDMI порта, ничего. У него есть, допустим, просто композитный вход. И я сейчас, конечно же, приближу игру Demon's Souls. Тут она немножечко мерцает, конечно, на камеру, но это CRT, а что вы хотели? Уровень черного цвета, конечно, на CRT гораздо хуже, чем на плазме. Но сама насыщенность картинки, она на CRT тоже неплохая. Вот так это выглядит. Давайте приблизим картинку CRT-монитора. Вот так вот я сделал. И посмотрите, как выглядит. Опять же, играть абсолютно можно. Все выглядит довольно хорошо. Можно и черный цвет настроить. Таким образом, это доказывает, что при желании играть можно на PlayStation 5 абсолютно на любом телевизоре, хоть старом, хоть новом. Консолька, как видите, подключена со звуком, со всеми делами, по композиту, к сожалению. Проблема оказалась в чем? На ресивере, по всей видимости, перестала работать вот эта функция конвертации HDMI сигнала в компонент или композит. Не знаю почему. То есть ресивер выводит свое меню настроек через компонент или через композит на PVM, например, но не конвертирует почему-то HDMI сигнал. Хотя должен, у него есть такая поддержка. А дальше вот такой вот китайский конвертер, который я купил, тоже не увенчалось ничего успехом. Конвертер оказался лютым говном. И, по всей видимости, не уменьшал разрешение. И поэтому PVM тоже ничего толком нормально не показал. Я подключил сейчас по композиту. И вот такое вот изображение. Тут, конечно же, можно его поставить 16:9. Тогда у нас соотношение сторон чуть лучше будет. Ну, немного что уходит по краям. Но это можно даже в самой настройке консоли исправить. И тем самым будет даже правильное соотношение сторон. Ну, давайте запустим демона. Посмотрим, как он выглядит. Вообще, Sony PVM, он очень четкий. Он даже на композите выдает картинку во много раз лучше, вот, чем обычный Sony Trinitron телевизор. Вот этот маленький Trinitron, это мой новый Sony PVM. Это модель 14L3. Есть еще такая L4, есть L5, самая лучшая 14L5, который мультиформат поддерживает 720p, там 1080i там, и так далее. Но в принципе и этот очень хороший, сами понимаете, то есть изображение у него прям превосходное. Звук работает, все работает. Играть абсолютно нормально, кстати. Например, вот эту игру на таком экранчике спокойно можно пройти. То есть любую игру на PlayStation 5 можно пройти с помощью подобного подключения. Никакого input лага нет, ничего нет. Как видите, тут даже тексты читаются в 100 раз лучше. Ну, разве что меню вот здесь трясется. Абсолютно каждое слово я понимаю, что написано. Ну, вот такая вот картиночка на Sony PVM.